все, скажи привет, YouTube. Если тебе нужны крутые скины по самым приятным ценам, рекомендую сервис steamdrop.com. Цены на кейсы вдвое дешевле, чем в игре. На сайте есть множество различных режимов. При пополнении 300 рублей баланс удваивается. steamdrop.com. Заходи и забирай свой скин, как это сделал я. Внимание, обнаружена халява! Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у меня будет мега эпичная дуэль против девушки. Я захожу к ней в Дискорд. Опа, здорово, малая! Привет! Ну чё, как у тебя дела? Как жизнь молодая? Слышишь, дела у прокурора, а у меня делишки. Ой-ой-ой, слышь, а ты чё такая дерзкая? Какая дерзкая? Ты дубаса не кой сюда, быстрее тебя буду мочить. Мочить меня? Ой-ой, а ты где? Ну? Слышь, мы играем только через Б. Алло, ты где? Ой, я не знаю, где я потерялась. Давай, иди сюда, иди на Б, тут я тебя убью. Давай, на Б. Опа, ай, смотри, опа! Ой, ты почему ты меня убил? Серабита! Серабита! Да. Это керамбит или что? Да, это керамбит. А ты девушке дашь керамбит? Я ж девушка. Керамбит девушки? Я тебе сигну сделаю. Ну давай так, если ты меня выиграешь в дуэли, то я тебе дам этот керамбит голд. Без проблем. Керамбит голд? Нет, а если не выиграю, все равно будет керамбит голд. Нет, молчи, уродец, радый, ты мне дашь керамбит голд. Слушай, а ты чё такая злая, ты чё такая агрессивная? Потому что я в школе двойку получила. А-а-а, двоечница ты получается ещё, да? Мы двоечница, это по физкультуре 2. А, по физкультуре 2? Это в 2. У меня один вопрос, ты где? Мы играем через Б. Ты знаешь, где это Б? Нет, я пишу буковку В. В, да, вот это Б, иди сюда, да, 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 да. Это Б, да. Да, вот это В. В? Это В? Блин, ну ты, конечно, веселая. Опа, на керамбитик. О, блин, урод. Урод. Как ты, моя аватарочка? Я красавчик, смотри, видишь, моя аватарка. Такой, как нубас, сраный урод. Если ты не будешь девушке поддаваться, то я выхожу с игры. Ну все, все, хорошо, буду поддаваться. Окей, окей, давай, давай. Только давай, играем через В, как ты говоришь. Через В, давай, давай, жду тебя там. Через В, хорошо. А то несешь какую-то чушь через Б, через Б. Ай, я опять убил, урод, сратый! Фу, блин, ты меня бесишь, уродец, даун, аутист! Слушай, ты что такая злая? Так. Фу, потому что... Кажись, тебя никто давно не бил ремнем по заднице. Вот. И в задницу, и в задницу. Ничего себе ты дерзкая. Сратый урод. Слушай, уродец! Если ты будешь меня так обзывать, я тебе не дам свой керамбит. Я-то хотел тебе дать керамбит, но ты так меня обзываешь. Ой, извини, меня, пожалуйста, кита пока извини. Слушай, нет. Почему тебя опять нету на Б? Ты где? Куда ты пропала? Ой, я потерялась, иду, иду. Давай иду. Быстрее. Ой, я сейчас тебя убью. Ого. Мой тебе совет, покупай оружие. Потому что керамбит голд ты так никогда не получишь, понимаешь? Ты что, плачешь? Ты плачешь? Да не плачь. Ну, давай, давай, ладно, давай так, чтобы ты не плакала. Я тебе дам взамен какой-то прикольный скин. Давай. Прикольный скин? Это керамбит какой-то. Нет, керамбит это сильно дорого. Ну, если это керамбит, то хорошо. Если нет, иди в задницу, урод! Задницу, урод! Опа! Ой-ой-ой. Смотри, 7-0. Ну ладно, ничего страшного, еще осталось буквально один раунд. Остался последний раунд, и считай, я победил. Ты аутист, ты аутист, молчи, заткнись, уродец. Ого, ого, ого. Слушай, а твоя настоящая аватарка стоит или нет? Да, это я, красотка. Да, а сколько тебе лет?
Не? Девушка мне спрашивает возраст, урод! Да ты где, урод, блин? Я не слушай, мы все время играем через Б, и ты каждый раунд теряешься. Ты где? Ах ты, со спины! Слушай, девушка, у меня для тебя есть один, ну, кое-какая новость. Знаешь, что? Капец! Девушки, девушки. Покажи свой, покажи, покажи. Слушай, у меня к тебе есть одна небольшая новость. Я тебя снимал на YouTube. Иди в пальницу, блин, уродец, задохни, ты. Все, скажи, скажи привет, YouTube. Передай привет маме, папе и так далее. Так, все, ребята, я отключил. Короче, мои уважаемые подписчики, поставьте, пожалуйста, огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите, что вы думаете по поводу этой девушки. И самое главное, вступайте в мою группу в ВК, а также подписывайтесь на мой второй канал. С вами был ваш Кент, а пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока!